challenge time. Нас часто ругали в детстве за то, что мы много времени проводили за играми, что игры ничему не учат. Но тем, кем я являюсь сейчас, я во многом обязан Дэнди. Дэндиские игры научили нас многому. Они учили нас интуиции, логике и памяти, ведь иначе как тут разберешься в этих закорючках? Что в каждом человеке, неважно насколько брутальным, живет милый котик. Что нельзя приходить к девушке в гости с пустыми руками. Ну или то, что перед спасением девушки из лап злодея надо съесть всю его хавку. Да, бананы два яблока. Бананы два яблока. Да, именно такие фрукты я беру, когда иду в гости к девушке. И что женщины любят сильных и смелых мужчин. Главное, чтобы они были немного симпатичнее обезьяны. И даже если ты сантехник, у тебя есть шанс найти свою принцессу. Если, конечно, у твоей непостоянной принцессы уже нет мужика, который владеет десятком замков. Тут уж не важно, симпатичнее ли он обезьяны. И вообще предупреждал о меркантильности некоторых особей, готовых даже раздеться ради денег. И что даже если ты принцесса, то тебе надо работать не меньше, чем другим. Хотела равноправия? Вот иду и грядки пропалывать теперь. Что иногда надо думать за двоих, так как твой путь для другого может оказаться губительным. Игры учили нас обшаривать каждый угол в поисках клада. Несомненно, отличный навык для поиска своих ключей в неизвестной квартире в полном бардаке после бурной пьянки. Они готовили нас к тому, что все тлен, что все твои старания могут пропасть в одночасье, что если ты хочешь что-то построить в своей жизни, то иногда надо забивать на мелочи. Но не слишком часто, ведь потом ты можешь осознать, сколько жертв ты принес ради задуманного, и внезапно понять, а этого ли я хотел в действительности? Мы знали, что такое 50 оттенков серого еще 15 лет назад, и могли их распознавать не хуже коренного петербуржца. Что с некоторыми проблемами лучше справляться с друзьями, что в трудную минуту настоящие друзья будут готовы даже нести тебя на руках. Да отпусти ты меня наконец! Они учили нас не сдаваться, как бы тяжело ни было. Слушай, а его точно убить-то можно? Да я 100 раз проходил. Что поражение в битве не означает поражение в войне. Что нужно бороться до последнего континиума. А также учили девочек, что нельзя быть навязчивыми, иначе ваш парень убежит от вас в первую попавшуюся дверь. Они учили нас распознавать крыс и читеров в своем кругу. Да спускайся уже вниз, козлина! Что нельзя обижаться на друзей, когда они потрунивают над тобой из-за твоих мелких неудач. Ведь настоящие друзья всегда порадуются и отметят с тобой твои победы. Игры учили нас делиться, учили командные... Стой, стой, это моя звезда! Ой, все. Блин, ну ты че? Давай еще партийку. Нет! Ну или в батл тот. Иди нахер!